ту самую ночь. Подводный город Ильех поднялся над океанскими водами, и молнии вторили его пробуждению, разрезая обсидиановую плоть небес. Лоботомированные культисты из Луизианы, ведомые своим лидером-контрабандистом, проникли в грандиозные залы нечестивого города, дабы воочию узреть, как великий древний впервые разомнет крылья многовекового сна. Половина паломников так и не дошла до главного зала, где покаялся Ктулху. Наконец двери исполинской усыпальницы были разомкнуты, и паломники узрели маленькое существо, покрытое с головы до пят шерстью. «А Ктулху где?» — скричали как один культист. «Так я за него!» — завизжал ответ существ.